Это то, что уже показывал, отмывал. О, как хорошо играет вообще. Красотуля. О, какой ихтиоглипт вылез. О, тут пигматитик. Красотуля. Ну, это тоже интересно. Изъеден весь. Тут, наверное, берильчик где-то сидел. Конечно, все растворило. Непонятно. Зелененький, что ли? Ну, ясно, что из-за норыша. Жаль, не я брал. Вот эти вот и пачки мусковита, и кварчик вот этот. Интересный образец. Если вот так вот его поставить. Ну, это, конечно, вообще красиво. Дымчак. Тут даже вот в серединке прозрачный. На пигматите. Кристаллики сидят. Вот сам пигматит. Красотуля. Еще бы пару берильчиков сюда сверху. И цены бы ему не было. Ну, это вообще коронный образец. В гараже он не так смотрелся. Вот этот, ну, это уже точно, точно друзовая полость. Кварц выходит. Мусковит пачками. Под розовую полость. Вот кварчик. На нем что-то сидит еще. Вот здесь вот и кварчик, и мусковит. Ну это вот слюдка-то, вот она. Мусковитик-то подходит, видите? Идет раз в пачку кристаллы. Красотуля.
Видите, кварц со слюдой все наверх идет. И вот здесь вот уже вот он заканчивается как красивыми пачками мусковита. И кварчик здесь же кристаллами. Хороший образец.